Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в Форосском парке, в поселке Форос, соответственно. И хочу я вам показать диковину, про которую многие говорят, гималайский кедр. Вот мы видим тот самый, можно сказать, легендарный гималайский кедр. Ветви его растут в длину, вот это тот 12-метровые ветви, уникальное, конечно, дерево. Во-первых, она не подвержена термитам. В Индии до сих пор стоят храмы, которые были построены в 5-7 веке. Сохранились очень хорошо. Этому дереву несколько сотен лет. Такое диковинное дерево, гималайский кедр. В Индии кедр священное дерево. Переводится дословно «дар богов». Слышен шум моря, вот на горизонте море, а вот какие ветви. Вот такая заморская штуковина, дерево хвойное и уникальное. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. С наступающим вас Новым 2021 годом. До свидания.